Привет, народ! Сегодня я хочу порекомендовать вам канал Ручника. Это новый игровой канал, который появился всего несколько дней назад, но на нем уже сейчас есть интересные игровые видео, такие как обзор на игру Spin Tires и летсплей видео по FIFA World. Жмите прямо на кнопку и подписывайтесь на этот канал, ведь он намерен бурно развиваться, и ему, как и любому молодому каналу, крайне нужна ваша поддержка. В прошлой части я отправился на пустынный остров. Исследовав его вдоль и поперек, я уже было дело отчаялся, так как не смог найти ничего полезного для себя. Но в конце концов, удача, кажется, все же повернулась ко мне лицом. Так, ладно. Еще один маяк, сука! Вертолет! Рабочий вертолет дошел. Да ладно. Но он вообще не повреждил. Да, да, да. Так, я тебя жду, короче, давай. Чинить вертолет. Взял набор инструментов? Я-то его взял, тут ты как бы. Че? Нет, ну ладно. А что нужно еще для починки? Набор инструментов, да? Ну, как бы нужна часть, что именно чинить. Ты попробуй сядь, может там, в общем. Ну, к ней еще и пробраться я не буду рисковать. Слишком много зомби. Так, раз, два. Ну, там, да, там много зомби. Может, если с воды попытаться. Хотя нет, там с воды. Ну, как бы, знаешь, мне бежать-то до этого, знаешь, сколько времени? А ты же сказал близко. Давай садись в вертолет и прилетай сюда. Рассмешил. Меня ж собьют сразу из ракетницы. В игре ракетниц нет. Есть в игре ракетниц. Или в DayZ нету? Гранатометы есть. А в DayZ нет же ракетниц? Гранатометы, говорю, есть. Ну а ракетниц нету? Лол, какого хрена? Нахер они их вырезали? Подумай, зачем они здесь нужны вообще? Сбивать вертолеты! Это было бы тактично. Так я ложусь и ползу, короче. А, вертолетушка. И в этом амбаре могут быть части для него, слушай, да? Но я не умею летать в этой игре, кстати. Я ни разу не летал на вертолете в армии. Здесь я... упрощенное летание. Я летал на самолетах в армии, это более-менее легко еще. А вот на вертолетах как-то я не знаю. Эти грюды из этих упрощенное управление. В смысле, как они это сделали? Так, ладно, я ползу. Даже не знаю, пойти сразу к вертолету или попытаться... пойти в другие дома. Слушай, там кто-то едет, что ли? Охренели, они на машинах, что ли? Дайте мне машину, чё, сука. Слушай, а если я заберу с вертолета, зомби же меня не смогут повредить, да, вроде? Слушай, нет. Лежи просто, а. Ты же сказал прилететь к тебе. Ну, наверное, они тебя тогда не смогут. Да? Ну, давай, слушай. Только ты сейчас не знаешь, куда летит, там. Да, на вертолете поднялся в воздух и все увидел, в чем проблема. Ага, конечно. Нет, я имею в виду, если я просто сяду в вертолет, у меня же не повредят. Никуда я не полечу, просто сел в вертолет и сижу. Я не знаю. А-а-а, вот это другое дело, видишь, да? Ну ты подползи как бы беспалевно. А, понимаешь, он тут на такой водной местности. Но выглядит он очень красиво и хорошо. Прям очень хорошо. Бля, тут зомби, сука. Так, ладно, тогда я бегу в ускоренном режиме. А как это в ускоренном режиме? А я буду ползать. Мне нравится ползать в этой игре. Это единственный шанс, что зомби тебя не замечают. Вертолет слышу. Ну, вертолет летит. Да? Вертолет! Ха-ха, ты такой радостный. Он меня заметил. Чувак. Скажи, подбери меня. Подбери, довези меня до мыса крутого. Че он скажет? Тут зомбайны ходят. Ой, он меня подобрал. Чувак, вообще. Вы летите! Вылетите! Камышово, в общем, Камышово, там есть такой остров, мыс крутой. Вот не туда надо. Не туда надо. Ты ему дай что-нибудь за такое добро-то.
Ой, слышите, тут он как-то летает, знаешь. Опасно? Да. Лол, я лечу в вертолете, охереть. Шикарно же, Лёх! А у меня зомби. Повез? Куда он меня повез? Я не так понимаю. Он сейчас тебя в ловушку привезет, и там тебя будут насиловать. Ну а чё? Долго меня будут убивать. О, газировка нашел. Чувак, куда мы летим? Привези, там разберемся. Это про тебя, Алексей. Сейчас тебя привезут к выхне логово. И там с тобой разберутся. Понимаешь? Ты начинаешь уже подозревать, что тебя везут не туда, куда тебе надо, да? Что это есть? Он куда-то в лес полетел. Хотя не, мне кажется, он просто хочет облететь стороной вот эти вот города большие вроде как. Зачем? Чтобы не привлекать к себе внимание? Наверное. А ты ему что-нибудь дал за это? Ко мне нечего давать, мне вообще-то. О, летун, летун. Наверное, круто. Чувак, ты слишком низко, низко, низко. Он рисковый? А то я тут еще увидел, посмотрел сегодня у Блэка видео, типа мгновение, там он... Его тоже так же подобрали на вертолете, и там чувак на вертолете начал выкабучиваться и упал, и они оба умерли. Химсвет нашел, Лех, что такое химсвет? Химический свет, источник света, освещающий это как небольшой. Fire, только маленький. До 60 минут освещает он. Лех. Там врубает этот фонарик такой клевый. У кого? Вертолета? А как писать чат? Ты не знаешь, как писать чат? Посмотри в управлении. Тебе надо писать в синий чат, иначе не увидит. Нет, блин, кнопка чата какая? У меня поменялось управление. А, Кирилл, вот ничего ты не можешь сделать нормально. Чё? Ты про что? Так, он сказал, что там машина, и сейчас скажи, если она хорошая. Ой, нашел тушенку и патроны. Он про тебя говорит? Что там машина он хорошая? Он меня высадил рядом с машиной. Машина едет? Она без колеса вроде бы. Ну а что проблема? Она без колес. Это очень плохо, Лёх. Уёбище! Извините, но это серьезно. Пидорас! Вот, бля, вот я так и знал, что этим кончится. О, я фары. Ну и чё ты? Куда он тебя высадил-то, блин? На мыс крутой? Не-не-не, он высадил меня рядом с церковью, у которой стоит машина. И чё дальше? Причём она нормально работает, но у неё нет трёх колёс. Охеренно, блин, Лёх. Но он меня подвез, отлично. Куда подвез? Он меня сейчас скажет, куда он меня подвез. Сейчас скажу. Я пойду проверять вертолет, жопу его. Сейчас скажу, блин, где-то здесь, где-то здесь. Сука, где вы, блядь, зомби страны? Это было, получается, церковь. Что за церковь? Это не пуста, слышно? Давай, мудак! Прыгай, долезай, блядь! Где вертолет сраный? А, вот я в Могилевке. Ох, нихера себе далеко. А-а-а, как подняться на этот вертолет? Это что за тупость? Я нашел вертолет, но не знаю, как туда подняться, Лех. Надеюсь, твой вертолет-то живой, он не умрет. Я не знаю, как туда подняться! Он стоит на здании. Тупость. Как туда подняться? Никто не знает. Зомби еще тупят, блин. Меня пугают. Бегают внизу, но не могут меня съесть. Тогда все нормально.
Ну я не сзади, они шумят, все очень агрессивные, короче. Ты сам агрессивный, знаешь? Сейчас-то я, естественно, агрессивный. Бля, не дай бог, они сейчас додумаются, как подняться, они ведь не самые тупые зомби в мире. Есть и потупее. Тут где-то должна быть лестница наверх, нет? Или что-то типа того? Наверное. Ну тут ничего нету. Их тут раз... Ой, боже, их тут очень много, я даже не хочу их считать, это слишком страшно. На эту крышу никак не подняться, что за херь? Я вижу вертолет и не могу до него добраться. В чем дело? Офигеть вообще. Тут ничего нету, да? Зашибись вообще. Там совсем не... Ну, а он на крыше. Как... А как он оказался на крыше? Его посадили, что ли, туда? Троллины. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. А может, тут... реально, они, может, специально туда поставили, чтобы никто не взял. Что за троллинг? Не, это как бы там специально такая площадка для... вертолетов, или она просто как бы тупо поставили на крышу? Нет, это скорее всего, это скорее тупо поставили на крышу, потому что это вряд ли специальная площадка. Это не похоже на специальную площадку. Может, здесь есть лестница где-то все-таки, которые... Блин, зомби прямо окружили меня и кидаются. Где там фаер у меня? Я пойду киду фаер. Охереть, я кинул фаер прямо под себя. Ну, по-моему, я в этой безопасности. Только темновато как? Где я нашел оружие? Так, коробок спичек я нашел. Я думал, все на этом мысе кончится очень плохо. Оказывается, ну, тут хотя бы есть что посмотреть. Спуститься по лестнице? Нет, мне надо подняться по лестнице. Смотри, Браво Туван убит игроком Мистер Блондин. Огонь по своим. Нифига себе. Вот это бандит. Наверное, убил так же, как меня. Как ты меня убил. Нет, он бандит скорее. Я-то убил тебя случайно. Да, боже мой, куда ты кидаешь фаеры, придурок? Так, я же нашел оружие и три обоймы, это, я думаю, хорошо. Да, меня нашел. Сейчас тебе беру. О, боже мой, у тебя есть зомби? Да, тут есть. Каким светом какой-то слабенький, Лех? Знаю, что поделаю. Ну, смысл его? Я же тебе сказал, как этот. Как? Что? Ну, как вот эта херня только, как бы, помнишь. Короче, я так понял, тут фейл. В том плане, что зомби я нашел, а ничего сделать с ними не смогу. Они все ползают внизу, но не могут подняться, к счастью. Это весь плюс этой истории, а в остальном все очень плохо. Вертолет так и останется наверху, не тронутый никем. Я бы его взорвал, что ли, не знаю. Слушай, а может он запрыгнет туда как-нибудь? Типа взберется? Ну, тут не умеет карабкаться. Сука, ну, тут легко, нужно прыгнуть немножко и подтянуться. Ты что, не умеешь это делать? У меня какая-то ошибка, еще про випаны что-то писал. У тебя тоже сейчас? У меня выскочило. Ой, слушай, если так считать, то мы будем бежать сейчас. А, нет, да-да-да, вылезли. Но это опять это от сервера, может быть, вот такие ошибки. Не от нас, зависит. Понятно. На сервере какая-нибудь херня произошла, и... Я вижу, откуда зомби могут подняться ко мне, но они этого не делают, к счастью. Лестница, лестница на здание где-нибудь тут. Ой, тут вообще куча зомби в воде. Ну, химсвет, кстати, даже в воде не гасит, это его плюс. Рыба, что ли? Или, может, по дороге бежит? Ну я сейчас в Могилевке был только что, да, от нее сейчас выбежал и бегу просто в ту сторону. Опа! Ударил, что ли, меня? А как ты сделал это? Ты же под водой. Он меня как-то ударил.
Ой, блин! Их тут тысячи! Тысячи зомби в воде! Где что? У нас же Бургер Кинг открывается. Где? Вот это интересно. Вот это вопрос, интересно, где? Меня ударил зомби, он под водой был. Ну ладно, я живой, в общем. Так, ну шикарно, только тут ничего нет. Тут есть вертолет, до которого не добраться, и все. Да добраться ты, гнилка просто. Надо как-то прыгнуть туда. Сейчас мы подсадку делаем как-нибудь. Подсадку? Зомби пытается подойти ко мне. Значит, кто подсадка, что ли? Я знаю, кто подсадка. Ну? Ну еще ты ее сделаешь. А, ты хочешь сделать ее? Ну ты, не получится. Вот это не... Я догадываюсь, что не получится. Но, если не считать, что здесь в воде тысячи зомби, то, в общем-то, здесь безопасно. Он поднялся! Он поднялся! Так, тихо, он меня не увидит, он меня не увидит, он меня не увидит. Тихо, 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 тихо. Он додумался, как подняться по лестнице. Охренел, что ли? Мне надо убегать, наверное, мне надо убегать. Я убегаю, нахер, я убегаю. Тут слишком опасно, оказывается. Они нашли способ найти. Так, ну я знаю, где я, да? Теперь я могу бежать прям. Долго-долго прям. А меня теперь нашли зомби. Шикарно. Ну, это печально. Их очень много здесь. Я нашел дорогу, и теперь я знаю, где я. Это уже хорошо. Но ты главное, ты не умирай. Сейчас я. Лёха, это очень странно. У меня-то оружие есть сейчас. О, ребята, химсвет. О, вас слишком много. 10 тысяч, я провалился под землю. Боже мой, сколько вас? Раз, два, 18. Все, мне конец. Они меня зажали в доме, что мне делать? Просто зажали в доме, суки. Не можешь выйти, или они тебе уже... Да, они зажали в доме. Я хочу выйти из дома, а там, оказывается, прям в дом заходит десяток. Это лол. Лол, и ты умер. Пидорасы. Что, тогда бежим, что ли, туда же? А смысл? Я тебе говорю, до этого вертолета никак не добраться. Ты этого не знаешь. Нет, он прям на здании, а на здании как ты скарабкаешься? Никак же. Вот если бы тот чувак... Тогда взорвем его. А, смысл его взрывать? Если бы вот тот чувак мог нас подбросить прямо на это здание, тогда было бы шикарно. Мы бы вдвоем летали на вертолетах, но он вряд ли такое организует. Чувак, так что... чувак, ты русский? Так что смысла в этом никакого. Ну ладно. Все плохо кончилось, как обычно. Ну, в общем, это было хотя бы интересно. Я хотя бы нашел вертолет. Но я не знал, рабочий он или нет. Давай я сейчас туда приду, появляйся. Смысл какой? Смысл в том, что я приду, и мы точно найдем способ, как подняться. Нельзя туда не подняться, Леха, я тебе говорю. Да ты Нинка, я тебе говорю. Ты не умеешь, а ничего, знаешь. Там здание, туда никак не забраться. Ну все, я говорю, можно легко. Камин? Ну все, хватит, ладно, играть, короче. А, иди в жопу, все. Уже ночь наступила. Иди в жопу, все. Ну не ругайся. Моя жизнь была окончена, а вертолет так и остался стоять на крыше. То ли брошенный, то ли удачно сохраненный. Что ждет меня дальше? Какой будет моя следующая жизнь? Продолжение в следующей части.